Во. Меня интригало, что это привлечение мозга просто считалось. Жесткое такое химическое, безвозвратное. Горцует вот. Это ну, Сергей Попов приехал. Ну это я даже серьезно не воспринимал тут, ребят. Там даже Васильна идет. А тут ребята наши пакуют. Что у вас там в коробках-то? А? Варенье? Варенье, соленье, это все Марина наготовила в основном. Марина Сергеева? Сергеева, да. Сергеева, да. Вот он едет. Все, все, хватит. Давай. Я уже загрузили, я пойду, наверное. Да нет. По самому боку. Ну вот у нас, раз, два, и четыре. Еще ураганчик дорогой. Здравствуйте, братец дорогой. Давай. Мы тут теперь живем. Урагана-то веди. Где, отдай ему намордник-то. Вот он, на воротах вон он висит, на калитке. Вот он. Смотри, сколько свай наготовили. Вот сейчас мы их запиливаем на четыре, это, на срезы. Вот, смотри как. Теперь надо шкурить и некому. Заговори с ним. Вот он встретился с хозяином. Ты можешь мне поснимать? Дай. А? Давайте я поснимаю. На. Смотри, поподробнее. Клещей это нет у него, проверь. У шарика по 3, по 4 надутых клеща. А уже 27 сентября. А у него там рядом трава. Здесь-то, здесь-то нету ее. Разогнулся, ошейник снялся, и он бегает по деревне. Ничего не слышу. Разогнулся это там, которое на этом. Этот, да? Да, на строгом. Вы загнули, да? Я не знаю. Ой-ой-ой. Да, ну, что, цепь я, наверное, тоже ставлю, наверное. Покажи строение какие. Рядом. Да, ладно. Строение, да. Одно название осталось. В Беларуси снимать про войну. Сережа, Русланова поет, окрасился вместе с Багрянцем, маленький-маленький, как ее звать? Я не знаю, Русланова. Сейчас ты берешь, нет? Ну-н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 у. Он прощаться будет, прощаться он со мной будет. Ой-ой-ой. Так, на дорогу дайте ему что-то поесть. Нет, ни в коем случае. Да каялся все сегодня, полную чашку крови бараньи выпил. Слышишь? Да, даже доложили уже. Когда ходим. И собаки, ну, собаки. А вещи ноги вареные. О. Давай. Давай, делай дела. Это я вот тут привезу. Так они шариком интересно. Друг друга мочатся. Печати ставят. Там упадет, задавит эту ногу. Полоса препятствий. Никита-то кормит. Кормил. Никита кормил. Ошибает на нами меня впереди. Рядом. О, даже сам просится в машину. Володя, смотри. Да, вижу. А то у меня вареные ножки эти бараньи. Есть еще? У шарика все. А, бараньи ножки вареные. Не надо, ничего ему. Вареные ножки. А все. Поместятся эти банки-то? Поместятся.
Ну там у него еще место. Так, я договариваюсь с КАМАЗом. КАМАЗ мне надо дрова привезти. То придете разгружать? Придем, конечно. И колоть, разгружать. Ну помогай, уносит, он уже носит. С другой стороны. Так, твой шланг этот есть, куски измяли, задрали. О, ну, зачем? Зачем? Да кто же знает, что они крови-то лежат? Это же не твоя усадьба, это та улица. Да, да. Ну на полном ходу не тут. Ты видел, какие жерди-то? Нет? Метров по 6, по 7, по 10. Слава. Смотри, сколько да наготовили. Ой, и он волоком волочит, а тут смотрим, шлам какой-то один другой раз там все измято выпущено. Включали, он знает, как разъединять. Никиты не было тогда. Все. Кто знает? Он да кого знает. Тут никого не было, все в лесу. А-а-а. А-а-а, вы как-то нарочно живете. Нарочно. Матушка бросила свою тележку в траву, Витя едет, вообще не видать, я раздавил и все. А дорожка рядом, от дорожки завела в траву и поехала. Закладывай, смотри. Ой-ой-ой. Спаси Христос тебе, брат. Ты, это, зайди туда, посмотри, где шарик этот. Угости его сами. Туда. Ну, сиди за решеткой наш. А? Милостенько вам. Да хоть это придем когда-то. От Натика насчет денег. Больше от чего меня. У нас вместе взято. Мне денег дали. 1000. Ничего себе. Так, разделить на троих. А как, ножницами? Говорит, копеечку подал нищим, говорит, это вам надо двоих. Так, ну что, давайте помолимся, да я поеду. Давай, молись. Господи, благослови наш путь. Благослови сие место, жителей Потеряевки, этот лагерь, насельников. Помоги братьям в их трудах праведных. Дай силы, здоровья, ума, твердой веры. А меня благослови, Господи, этот путь доехать. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Я тебе солодку давал? Да, спаси Христос. Маме-то ты дал? Нет, не дал. Иди. У меня есть еда. Ну так дам маме отдельно. Не надо. У меня у нас хватит на двоих. Есть ну, у нас. Большой пришел. Так, Никита. Милостыня, знаете, на... ну кто там это, что у меня не... до 10-го было. А, следи за мной. Трёха собак, читай. Ну вот, слава Богу. Вон, солнышко закатывается. Угу. Да. На таком солнце можно смотреть, зрение поправляется. Вот, ну, сейчас закатываешь глаза тут. Сейчас нам думать о другом. А потом, ой, я не хотел, она сделает тебе дать. Ну, живи нормально, ты, не бойся, ты еще вот несешься с собой. Опустела. Да, опустела, говорит, земля без тебя, песня поется. И все, пошел я. Да, слава Христу. Давай. Аллилуйя.